Чего глаза все отводим? Я свое лицо не скрываю, я каждому из вас посмотрю в глаза. И Ходорев в квартиру нашел. Ну, за что, за какие блага не согласишься так вести? Это должен объявить суд. Адвокаты взяли сюда? Также, наверное, у вас есть родители, которые отработали не один десяток лет. Что они имеют? И вы что думаете? Вы тоже знаете, как быстро все это пройдет. И у вас будет приплоды. Нет, у них есть дети, которые будут страдать. И ваши дети также будут здесь мучиться. Мы все здесь не свободны. Это работа без преступления. Это преступный приказ они выполняли. Это преступный приказ. Это уже другой вопрос. Это не работа, ребята. Это преступление. Вы исключите и толкнули. Я напрочтена орденом за мужество. Они меня пинали как шарик. Послушайте, я не заставлю это никогда делать. Вы там и не работаете. Да, это должно быть. Да, это идет от естественного воспитания. Ну, я не знаю. Вы выйдите, пусть одни женщины стоят. Ай, твоя. Нет, пусть некрасиво. Одни женщины стоят. Пусть бьют женщины стоят. Пусть матерей жен своих бьют. Пусть. Ну что делать, если у нас... Да, они нам не дают другой. Молчи, молчи. Все, молчи. Выходим, выходим. Нет! Выходим! Выходим! Я только ходить не могу, я сидеть не могу. Мне еще какую-нибудь шину бы наложить.